В начале октября в Севастопольском государственном университете была открыта медиашкола студенческих отрядов Севастополя, работа которой продлится до конца ноября. В рамках образовательной программы предусмотрены как теоретические, так и практические занятия для желающих повысить уровень знаний, связанных с освоением медиасреды. У нас принимают участие в обучении 90 человек по 5 направлениям. В этом году это фотосъемка, видеосъемка, журналистика, СММ и графический дизайн. Главная цель работы медиашколы – это обучить представителей севастопольских отрядов основам подачи информации в интернет-пространстве. В каждом студенческом отряде есть своя группа ВКонтакте и своя страница в Инстаграме. Поэтому мы все прекрасно понимаем, что для того, чтобы качественно вести посты, привлекать ребят, нам нужно иметь какой-то опыт в создании какого-то контента, видео, фотографии и непосредственно самого текста. В завершении обучения участники школы представят итоговые работы, а впоследствии смогут грамотно освещать события, связанные с деятельностью студенческих отрядов Севастополя. Для представителя своего отряда очень важно уметь работать вообще по всем направлениям, то есть касаемо и фотографий, и видеосъемки, и журналистики в целом. Это очень интересно. Более подробно о работе медиашколы Севастопольского государственного университета командир педагогического студенческого отряда «Комета» Юлия Жданович расскажет в программе «Актуальное интервью».